Я думал, что фильм я уложу в одну часть, в одну серию, но подумав, я вспомнил, что, в общем-то, нельзя мне обойтись, не вспомнив еще двух участников нашего коллектива. Это Лариса Удод, ну и, конечно, Гена Гильман, который в свое время в начале очень много мне помог. Вот, поэтому я решил продолжить и сделать вторую часть. И кроме них я решил как-то собрать все фотографии музыкантов, кто еще жив, тех, кого уже нет с нами, тех, кто уехал. В общем, все, что я мог собрать в интернете, я подключил вот к этой второй части. Так что давайте соберемся и посмотрим вторую часть. Найдет он по жизни всегда свое место, пройдет сквозь преграды и бреши, надежный, порядочный, дельный и честный. Все качества эти у Кеши. Давай выпьем. О, стоп, за что пьем? Давай за Гену. За Гену. За Гену. Хто там пішов? Не Гена? Гена. Це не Гена. Ні, не Гена. Слухай. Це налью. Це Гена. О, Гена. О, ні, Гена. Гена. Це не Гена. Давай за Гену. За Гена. О, хай. О, Гена. Гена, ну нарешті. Здорово. За Гену вип'ємо, за Гену давай. Нормально. О. Йоу, Геннадий, Генка, мы с тобой, братан, навсегда. Навсегда. Мы с тобой, Гена. Ты самый нормальный чел во дворе. Гена. Мы за тебя, так и есть. Время, час ночи, yeah. На лавке его плющит очень. Oh. Дядя Гена спит и знает, похмелиться нечем. Где бы достать 300 грамм, знает лишь папаня, да. Наш Геннадий добрый очень, это между нами. Он любит горький спирт, yeah. Он как младенец спит, yeah. Последняя печенка на столе. Oh, shit. Yeah. Мы с ним не виделись 2 года, но он снова тут. Все тот же дядя Гена, он как и раньше крут. Ой, Гена. Ты самый нормальный чел во дворе. Гена. Мы за тебя. Навсегда. Мы с тобой, Гена. Ты самый нормальный чел во дворе. Сейчас и четверостишие Ларисе Удод. К сожалению, мне не удалось ее отыскать. Я пытался, я даже нашел Васю, ее брата, но почему-то мне никто не ответил. Вот, жаль, я хотел, надеялся, что я ее найду, может быть, мы с ней свяжемся. Но так получилось, что пока не удалось. Где ты, подруга наша боевая? Халтур бесчетный, голосистый соловей. Тебя, Лариска, с теплотой мы вспоминаем. И ты, надеюсь, помнишь преданных друзей. Thank you.
одного человека. Это прекрасный человек. Это прекрасный музыкант. К сожалению, сегодня его с нами уже нет. Но у меня осталась запись, которую он мне передает. Привет. И эту запись вы сейчас увидите. Вечная память ему. Я думаю, что если его душа находится там, и он, может быть, не относится к великим праведникам, все мы не великие праведники, но все же, я думаю, его душа в раю. Вспомним Сашку Сечкаря. Этот человек не нуждается в рекламе. Он не знает, что мы сюда пришли. Ну, сейчас скажешь, наверное. Санька. Вот так вот, видишь, как музыкант редко встречается. Это небольшое фотописьмо отправляется в Израиль для Фимы. Вот, поэтому мы решили всех старых лабухов увидать. Фимуля, я тебя люблю, помню и всегда буду помнить. Вот такой добрый нас Саня Сичка всегда. Счастлив, что ты меня увидишь. Видишь, какой я кабан стал. Саша, Фимуля, я обязательно подарю тебе специальную песню. Саша подойдет немножко попозже. Жалко, что я не могу тебя там увидеть. А ты со мной общайся. Да, я вот с Сашей общаюсь. Мы прекрасно все дружим здесь. Все нормально, музыканты по-старому доброжелательные. Все классно. Если я живу на свете, то только лишь из-за мечты и в облаках слепые дети. Пойдем на горные хребты, туда, где есть лишь только грезы, в край самых дальних облаков, искать увянувшие розы, искать увянувшие розы бездушных мертвых соловьев. Бездушных мертвых соловьев. Прошел лет 30, пролетело. Мы вновь сидим за трапезным столом. Мы старше стали и душой, и телом. И снова разговоры облом. Мы снова вспоминаем нашу юность. Уже немного захмелев и пуст. Долго в прошлое вернулись и вспоминаем радости и грусть. Старые друзья, какие наши годы, забудем про печаль, заботы и невзгоды. Старые
поднимем вновь бокалы. Старые друзья, не так уж мы и стары. Собрались мы сегодня, как когда-то. Но жаль, не все смогли к нам заглянуть. Кому-то не позволила зарплата. Кому-то жизнь отмерила чуть-чуть. Мы вспомним всех, хоть это и непросто. Непросто сердцу это все принять. Понять, что изменить уже все поздно. Иных осталось только поминать. Старые друзья, какие наши годы. Забудем про печаль, заботы и невзгоды. Старые друзья, поднимем вновь бокалы. Старые друзья, не так уж мы и стары. Собрались сегодня в этом зале. Даст Бог, через годы встретимся опять. Мы собрались, что в общем-то немало. Мы будем жить и будем вспоминать. Как пули у виска несутся годы. В одну и ту же реку не войти. Несмотря на каверзы погоды, мы встретимся еще, друзья мои. Старые друзья, какие наши годы. Забудем про печаль, заботы и невзгоды. Старые друзья, поднимем вновь бокалы. Старые друзья, не так уж мы. Друзья, какие наши годы. Забудем про печаль, заботы и невзгоды. Старые друзья, поднимем вновь бокалы. Старые друзья, не так уж мы и стары. Я скажу всем до свидания. Я хочу поблагодарить всех за то, что у вас хватило терпения досмотреть весь фильм до конца. Пожелать всем здоровья. Еще раз здоровья. К сожалению, мы подходим к такому периоду жизненному, когда здоровье будет очень нам необходимо. Поэтому я желаю именно этого. Все остальное в той или иной степени будет. До свидания. До следующей встречи. Я думаю, она состоится. Пока.